В общем, 18 часов 35 минут, 22.07.2018. В общем, я в моем эллинге кушаю, Петергоф, Менделеевская, дом 1, литера М, дом 9В, эллинг 24. Вот, сейчас загружаю на мою страницу, в общем, видео. Загружаю видео, показываю мои документы, справки, документы на мой эллинг, вот этот вот. Вот, потому что я купила его по одному паспорту в прошлом году, в прошлом летом я поменяла мой паспорт. В связи с 45-летием, вот, поэтому я попросила, чтобы мне дали новую справку, ну, как говорится, справку, чтобы вписали там, как бы, номера моего нового паспорта, вот, так что вот. Так что вот, а так сейчас 19 числа я сняла много очень видео, которые у меня как-то не загружались сразу. Вот, большое количество, достаточно. Вот, сейчас буду загружать на мою страницу. Так что имейте это в виду. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Это я. Вот. А так кондиционеры я включила, работают. Всю ночь у меня на... Работал кондиционер как там, на третьем этаже моего эллинга. На четвертом я уже там часов в 5 включила кондиционер. Ночью он у меня был отключен. Вот у меня в моем эллинге. Так что вот. Ну что, легла я спать. Вот когда там последняя там загружала я с Ютуба, там вообще, знаете, до самого утра. Вот. Потом поставила большое видео загружаться. Ну. Пошла, застелила постель, в общем, что почистила зубы, помылась и, в общем, там легла спать на четвертом этаже моего эллинга. Вот это встала, конечно, я поздно, сколько-то, ну, я там на предыдущем видео сказала, сколько я там встала. А, нет, еще что, до этого, ну, я, конечно, проснулась раньше, там полежала, я туда-сюда, вы понимаете, да? Конечно, проснулась я раньше, у меня такой манеры нет, там, ну, если очень надо, конечно, так сразу встала. А так, конечно, вот еще что. Поскольку у меня там... А, еще у меня жалюзи опущены. Сейчас у меня на втором этаже чуть приподнято как-то ролл-ставни. А вот на третьем и четвертом у меня практически опущены ролл-ставни. Там достаточно темно. Вот. Ну, окна открыты. Так что вот. А еще это к Матилечке кот явно приходил, потому что, ну, какой-то там, не знаю, во сколько это было, может, в 3 часа дня или во сколько там... Не могу сказать. Слышу такие звуки, такие мяу-мяу, в общем... Даже проснулась, в общем, и Матильда, смотрю, Матильда сидит на этом стуле, где были эти сокровища, короче, этот стул, в общем, такая отдельная история. В общем, Матильда на этом стуле сидит, этот кот там замяукал, Матильда такая уши так навострила, прижала, и говорю, Матильда, это явно к тебе пришел кот, вообще там, в общем, такие звуки, в общем, так, ну вы понимаете, да, так что вот. О, у соседей собака лает. Может быть, они там выходят. Слышите, собака? Их собака. Собака из 23-го эллинга, Карена, как он мне сказал. Ее зовут просто собака или вирт, от слова виртуально. Ну, вы понимаете, да? Кстати, между прочим, где-то еще у меня их телефоны лежат. Как мне сказал Геннадий Александрович, я говорю, что вы мне не могли позвонить по телефону, он сказал, ваш номер у меня потерялся, у меня нет вашего номера, он мне сказал. Нет, чтобы спросить, сказал, вы знаете что, я потерял ваш номер телефона, вы могли бы дать мне свой номер, чтобы я вам мог позвонить? В общем, вот так. Он сказал, ваш номер у меня потерялся. А вот, между прочим, его номер телефона у меня где-то лежит вот в этих бумагах. Вот покажу вам и выкину. И вот этих людей. А, еще
однажды он приезжал с какой-то женщиной, как ее, Галина Санна. В общем, и по-моему, они мне дали два номера телефона, и Галина Санна, и этого Геннадия Саныча, вы понимаете, да? И оба эти номера телефона где-то у меня в бумагах лежат, хотя надо было сразу выкинуть. Вот, так что найду, покажу и выкину. Также и вот этих людей, и Карена, и Лены. Вот, а у меня лежат где-то телефоны, вы знаете, там вот эти, вот вы понимаете, бумаги, вот эти в бумагах. Также вам покажу и выкину их телефоны, так что вот так вот. Хотя однажды он мне звонил. Звонила, говорит, вы знаете что, вы знаете, позвонить с таким вопросом, он мне позвонил однажды и сказал, говорит, вы знаете, я хочу поинтересоваться, во сколько вы встаете, чтобы вас не беспокоить. Ну, вы понимаете, да? После того, как вот этот Аркадий проложил вот эти вот две трубы, я уж показывала там, пролистайте мои видео, обратите внимание, прямо на следующий вечер смотрю, это я даже не думаю, чья эта машина красная стоит. Вчера обратила внимание, что это они что-то привезли на этой машине, Карен с Леной. Вот, трубочку проложили, смотрю, вечером машина вот там стоит, вы понимаете, да? А вчера смотрю, что-то они на этой машине привезли, хотя я давно уже не видела, чтобы они на машине ездили, или как-то пешком, или вот эта машина стоит, они не ездят. Ну, в общем, делайте выводы. Я даже не знаю, или вам прямым текстом сказать, как вы пролистаете там, как вот эти вот менты ругаются, понимаете? Я даже не знаю, вот уподобляться или нет. Вообще, надо, вот, честно говоря, если я все это вспомню, понимаете, и вообще, насколько это все тяжело и так далее, вот как вы там, вы послушайте, как там вот этот вот мужик там с дома без крыши, знаете, вот это вот, вы, знаете, вчера смеялась просто вот так вот, ну, вы поняли, да? Потом вот этих ментов я загрузила. В общем, настолько вот это нужно вот только вот так вот разговаривать, да? Но поймут ли? В общем, даже не знаю. Наверное, это будет как-то смешно, но как-то я вот пытаюсь, знаете, пытаюсь себя как-то вот это вот отделить. А в принципе, я так вот миленько говорю, а так вообще говорить, если по правде, то нужно вот так вот. Вы пролистайте и послушайте. Честно говоря, по правде нужно вот так вот. Между информацией, что я хочу сказать, вот этот вот мат ставить, вы понимаете, да? Ставьте его сами. Вот, так что настолько, я даже не знаю, там вот мат или еще что-то, может быть, там еще есть что-то круче вставить. Ну, вы поняли, да? А я так, знаете, так вот это миленько, там вот эти трубочки, там еще что-то. В общем, а если я вам расскажу о состоянии моего, когда я въехала, понимаете, вот этот эллинг, понимаете, на который вот эта душевая, особенно вот эта душевая у меня, вот эта кабина, вот это вот, понимаете, это месяцы, понимаете, это войдешь, и, в общем, я там неоднократно уже снимала видео в моем душе, понимаете, это состояние. Передать это состояние, я даже не знаю, там, понимаете, вам даже будет не до матов, понимаете, вот это состояние, вам даже будет не до матов, вы даже все, наверное, маты забудете сразу, понимаете, как вы вошли, вот этот душек включили, и даже кто знает все маты, он даже это забудет от спуга, вы меня поняли, да, так что я даже не знаю, как вам это сказать, чтобы вам это донести, чтобы вы это поняли. Понимаете, наверное, только прочувствовать вот как-то вот туда, вот если вот туда, вот так если прочувствовать, тогда сразу, о, я все понял, все, спасибо, до свидания, все, спасибо, я все понял, понимаете, сразу, понимаете, вот. Так что вот, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфуддин.